все для вуза, школы, детского сада. А именно большой выбор наборов для творчества, тетради, ранцы, глобусы, разнообразный ассортимент ручек. В новом магазине «Канцлер» основной акцент сделан на детей, подростков и студентов. Причина тому и открытие нового магазина в одном из спальных районов города, а также близость учебных заведений, расположенных здесь. Более 10 детских садов, а также 3 школы находятся в 9-м микрорайоне Ишкаралы. Мы очень часто слышали пожелания для того, чтобы мы стали ближе нашим покупателям. Вот. И люди не хотят нас видеть только в центре, они хотят, чтобы мы стали к ним поближе, для того, чтобы было им удобнее заходить к нам за разными мелочами. Вот. Мы учли все ваши пожелания, теперь мы к вам ближе и будем радовать вас нашими акциями и скидками. Для удобства покупателей новый магазин «Канцлер» разделен на зоны, чтобы каждый из клиентов мог сразу сориентироваться в большом ассортименте канцелярских товаров, представленных там. Здесь вы можете найти все, что нужно для вашего малыша, для его развития, для школьника, для того, чтобы он хорошо учился, мы поможем ему. Для студента, который может приобрести, начиная от флешки, заканчивая тетрадью, и что-то интересное для своей обычной жизни. Вот. Также для корпоративных клиентов мы можем полностью снабдить ваш офис и ваше рабочее место канцелярскими товарами. Что особенно понравилось самым маленьким посетителям магазина, так это то, что специально для них в «Канцлере» оборудован детский уголок, где каждый ребенок может проявить свою фантазию и опробовать наборы для творчества прямо на месте. Ассортимент, да, интересный. Интересный, все ярко, привлекает внимание покупателей. Мы всегда спешим в этот магазин, прекрасный ассортимент. Вот я работаю в центре, и «Канцлер», который находится у нас на площади Ленина, в общем-то, без него никак. Вот. И для работы, и для дома. Каждый год мы собираем детей именно в «Канцлере», поэтому очень нам нравится. Молодцы, что открыли в 9-м микрорайоне. Недавно распахнувший свои двери магазин стал уже 4-м из сети «Канцлер», открывшимся в Ишкарале. Так, теперь помимо магазина в центре города, приобрести все необходимое в «Канцлере» можно и по адресу Баумана 11Б. Удобно и время работы магазина. Каждый из отделов «Канцлер» работает ежедневно с 9 утра и до 8 часов вечера. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону в Ишкарале 38 25 00.